слабее. Будь, пожалуйста, послабее. Будь, пожалуйста. И тогда подарю тебе я чудо запросто. И тогда я вымахну, вырасту, стану особенным. Из горящего дома вынесу тебя сонную. Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное. В море брошусь, густое, зловещее, и спасу тебя. Это будет сердцем велено мне, сердцем велено. Но ведь ты же сильнее меня, сильней и уверенней. Ты сама готова спасти других от уныния тяжкого. Ты сама не боишься ни свиста пурги, ни огня хрустящего. Не заблудишься, не утонешь, зла не накопишь, не заплачешь и не застонешь, если захочешь. Станешь плавной, станешь ветреной, если захочешь. Мне с тобой такой уверенной трудно очень. Хоть нарочно, хоть на мгновение, я прошу рабенья, помоги мне в себя поверить. Стань слабее. На этом празднике у нас есть видео поздравления. Внимание на экран. Уважаемые гости, прекрасное местечко на берегу Волги. В первую очередь хочу поздравить Юра, тебя с твоим маленьким юбилеем, пожелать тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни, и чтобы ты радовал нас своими стихами и так далее. Сейчас я поднимусь по той лестнице, там находится набережная одного знаменитого человека, его памятник, который имеет самое непосредственное отношение к нашей компании. Перерывусь на минутку и продолжу. А это кто? Это кто? Олигарх какой-то бегает! Дима Менделеева. Почти 155 лет назад он защитил докторскую диссертацию о соединении спирта с водой. Получился маркеток, который у вас сегодня стоит на столе. Наслаждайтесь. Ну что, друзья, мы с вами начинаем. Мы с вами начинаем.